В Центральной библиотеке имени Субуха Рафикова проходят мероприятия, посвященные празднованию юбилея Победы. В холлах библиотеки расположились выставки фотографий зенских ветеранов, книжные выставки литературы о Великой Отечественной войне, а также установлена инсталляция «Партизанский привал», которая уже стала желанным местом для фотосессий читателей и гостей библиотеки. Одним из юбилейных мероприятий стал «Вечер у войны не женское лицо». Его организовали сотрудники библиотеки в рамках республиканского социально-гуманитарного проекта «У войны не женское лицо», организованного объединением женщин-депутатов Госсовета Республики Татарстан «Милосердие». Главная цель – отдать дань памяти ветеранам войны и труженикам тыла, которые сегодня являются примером стойкости и героизма для подрастающего поколения. Мероприятия военно-патриотического характера, они всегда значимы для молодого поколения, для подрастающего поколения. Они должны знать, что ихние прабабушки и прадедушки какой ценой отстояли вот эту победу, как они завоевали нам мир, что вот мы сейчас живемся под мирным небом. В первых рядах зрителей труженицы тыла, которым на долю выпало немало испытаний. В преддверии 75-летия Победы по всей нашей стране проходит очень много различных мероприятий, которые объединяют все поколения, живущие в нашей стране, и тех, кто воевал, их детей, внуков, правнуков. Я считаю, что вот этот патриотизм, он передается все-таки от поколения в поколение. От имени депутатского корпуса гостей поздравила глава Верхненалимского сельского поселения Фанзия Николаева. Для тружениц тыла был организован концерт творческих коллективов города. Елена Маврина, Юлия Казамарова, новости Татарстана.